Мисс очарование, мисс обаяние, мисс скромность, мисс улыбка. Каждая из этих маленьких снегурочек хороша по-своему. И, пожалуй, трудно выбрать из них самую лучшую. Вот и жюри конкурса «Снегурочка-2012» приняли решение наградить сразу всех внучек Деда Мороза. Ведь каждая из них это заслужила. Все они приложили немало сил для того, чтобы выиграть конкурс. Девочки пели, читали стихи, демонстрировали свои творческие способности. Мне косички белые с юга заплетала, ветви санки сделать, чтоб не уставала. Тетушка метелица связала рукавички для девочки-снегурочки, снежинки на сестрички. Новый год – это время волшебства и веселья. Каждый ребенок ждет этого праздника с нетерпением. Отчасти потому, что знает, что Дедушка Мороз не оставит его без подарка. Организаторы праздника в мэрии приготовили на торжестве сюрприз и самому Дедушке Морозу, а вернее Дедушкам Мороза. Все участники конкурса получили к Новому году игрушки и сладости. На торжество в этот день прибыли и снежные королевы. На сцене актового зала мэрии началось настоящее дефиле. Юные красавицы из Черкесска предстали во всей красе. Демонстрировали свои шикарные наряды. Лучшим жюри конкурса был признан наряд Татьяны Беляевой из 6-й школы. Она получила звание «Мисс Кутюрье». Это платье мы вышивали с учительницей труда. Днями и ночами трудилась, вышивала камни. Оно очень тяжелое, юбка 7 килограмм весит. В конкурсе на лучшую снежную королеву города Черкесска также победила дружба. Но как из этих красавиц выберешь одну единственную? После подведения итогов конкурсов и награждения его участников, виновники торжества спустились на площадь мэрии. Там их бурными аплодисментами приветствовали горожане. На праздник ребятишкам прибыл и настоящий Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Веселиться, не грустить, смелым, умным, добрым быть. Зачитав свой указ и поздравив ребятишек, Дедушка Мороз отправился в путь. Ведь в этот праздник у него масса дел и нужно успеть ко всем детишкам. Горожан в этот день поприветствовали также мэр Черкесска Руслан Тамбиев и глава города Евгений Беланов. Каждый Новый год несет что-то хорошее, уносит плохое. Новый год – это самый сказочный праздник, самый красивый. Дорогие мои, всех вас с наступающим Новым годом! Мира, благополучия, здоровья! Исполнение всех ваших желаний. Будущее – это наши дети. Поэтому я вам хочу пожелать хорошего празднования нового 2012 года. И чтобы у вас все сложилось. С Новым годом, город Черкесск! С Новым годом, наши горожане! Праздничное представление продолжилось фейерверком. В небо взлетело сотни маленьких парашютов и конфетти. Такое зрелище привело в восторг и маленьких, и взрослых. Далее на сцене развернулось яркое сказочное представление. Танцевальные номера органично были вплетены в спектакль. Музыка на площади не умолкала до самого вечера. После представления, устроенного для детей, на площади начался гала-концерт. Новогоднее настроение поддерживали хореографические и вокальные коллективы республиканской столицы. Тима Куршева, Роман Бородкин. Итоги недели.